Еще раз добрый вечер всем, кто присоединился к нам только что. Это программа «Подробности», а в нашей студии Александр Николаевич Шерин, депутат Государственной Думы. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Честно говоря, ждали мы вас в компании с новым координатором Рязанского отделения. Давайте вы его представите немножечко. Ну, к сожалению, он не смог сегодня присутствовать, потому что занимается юридическими документальными вопросами. У нас подготовка к конференции по выдвижению кандидатов в депутаты Рязанской областной думы. И по поводу себя он оформляет документы, вступивший в должность координатора Рязанского регионального отделения ЛДПР Кравченко Юрий Александрович. Это наш рязанец, молодой специалист, который 2,5 года проработал в приемной Владимира Вольфовича Жириновского, личным помощником в секретариате председателя партии. Поэтому он хорошо знает требования председателя партии ЛДПР, он хорошо знает работу, как и с избирателями, потому что ни одно мероприятие с Жириновским он лично присутствовал, проводил, организовывал. Поэтому я думаю, что Юрий Александрович Кравченко справится с теми обязанностями, которые согласно уставу партии предполагаются, возлагаются на координатора региональной отделения и, соответственно, в соответствии с теми распоряжениями, которые принимает руководство партии и наши члены партии ЛДПР в Рязанской области. Ну и работает он вместе со мной в приемной, и штаб-квартира ЛДПР находится по тому же самому адресу, улица Вокзальная, дом 11, телефон 37-306, вот по этому телефону все могут его найти, обратиться, а вся необходимая информация дополнительно о нем есть на сайте Рязанского регионального отделения ЛДПР. Вы могли бы обозначить самые главные задачи на сегодняшний день? Мы с вами встречались, наверное, 1.5 месяца назад и подробно об этом беседовали. Изменилось ли что-нибудь с тех пор? Вот немаловажная задача, которая сегодня перед нами стоит, это сформировать надежную молодую команду, которая у нас сегодня является претендентами в списке в Рязанскую областную думу, и обозначить основные направления, которыми будут заниматься будущие депутаты партии ЛДПР в Рязанской областной думе. Это, естественно, ЖКХ, это, естественно, дороги, инфраструктура, это сельское хозяйство и социальная защита населения, пенсионеров и защита материнства и детства. Партия ЛДПР как на федеральном, так и на региональном уровне считает, что для того, чтобы поднимать село, поднимать сельское хозяйство и обеспечить жителей Российской Федерации одинаковыми условиями проживания, необходимо заниматься строительством инфраструктуры. К сожалению, в конце прошлого года Государственная Дума и ее техническое большинство приняли решение о выделении денежных средств на поддержку российских банков. И сегодня несколько триллионов рублей уже направлено на поддержку российских банков. А фракция ЛДПР в Государственной Думе и в Рязанской области, мы считаем, что эти деньги из бюджета страны необходимо направлять в регионы на строительство дорог, подведение газопроводов. И мы считаем, что во всех населенных пунктах, вне зависимости от того, сколько там живет людей, должны быть все блага цивилизации. Мы хотим принять закон о неотъемлемых социально важных объектах, которые должны находиться в каждом населенном пункте. Это детский сад, здравоохранение, опять же. Детский сад, больница, школа, баня, библиотека, дворец культуры. То есть, если в населенном пункте что-то из этого закрывается под предлогом оптимизации расходов, то, соответственно, люди начинают оттуда выезжать. И, соответственно, работать в полях некому будет. Мы должны подводить асфальтированные дороги ко всем населенным пунктам. Мы должны подводить газ. Нужно сокращать администрацию в два раза, можно сокращать депутатов в два раза и Государственной Думы, и чиновников Российской Федерации. Нужно отказаться от таких огромных зарплат нашим тренерам в сборной по футболу, футболистам, которые играют, руководителям госкорпораций нужно уменьшать заработные платы. Но в первую очередь необходимо сохранить деньги для того, чтобы эти социально важные объекты функционировали. И никакие оправдания, объяснения по оптимизации расходов или нехватке средств не являются основанием для того, чтобы в населенном пункте закрывалась баня, детский сад, школа, больница. Ветеран, пенсионер, который живет в маленьком населенном пункте, он имеет такие же права на медицинское обеспечение, как и ветераны-пенсионеры, живущие в городе Рязани. Вот мы за это выступаем. Что касаемо сельского хозяйства, ЛДПР выступает за возрождение системы «За год контор», которые существовали в советское время. Вот с этого надо начать, чтобы наши сельхозтоваропроизводители могли государству по фиксированной цене сдавать сельхозпродукцию. Также мы рекомендуем восстановить систему и создать организацию, госкорпорацию «Россельхозтехника». То есть фермеры, которые имеют небольшие земельные участки, они не могут купить себе сельхозтехнику для того, чтобы эти участки возделывать. Если бы у них была возможность арендовать и в том числе рассчитываться не только деньгами, но и сельхозпродукцией за работу сельхозтехники, которая возделывает, сеет, культивирует их землю, то, соответственно, у них была бы проще система получения кредитов банков и рассчитывания с банками по процентам. Также ЛДПР предлагает Россельхозбанк на 100% принадлежит государству, и если выделяет государство денежные средства на поддержку банковской системы, то наши процентные ставки по кредитам по сельхозпроизводителям должны быть такие, как в Европе. Мы предлагаем отменить, ну, в Европе 3-5-7% максимум. Мы предлагаем отменить плату за технологическое присоединение к электроэнергии, особенно для сельхозтоваропроизводителей. Сегодня в Рязанской области эта стоимость составляет
составляет от 8 до 10 тысяч рублей за киловатт. В Европе за подведение коммуникации производителю возмещается из бюджетов государств до 40% затрат на подведение коммуникации. В Российской Федерации за присоединение к электросетям с человека берут деньги, и никто ему ничего не возмещает. Что касаемо пенсионеров, мы предлагаем на федеральном уровне увеличить минимальную пенсию до 15 тысяч рублей в месяц, что составило бы 500 рублей в день. В бюджете страны деньги есть, таким образом мы повысили бы платежеспособность населения, потому что пенсионеры, получая такую пенсию, потратили бы эти деньги на приобретение лекарств, продуктов питания, одежды, оплатили бы за коммунальные услуги. Мы предлагаем принять на территории Российской Федерации следующий закон. Взимать с людей за капитальный ремонт с квадратного метра по всей территории Российской Федерации 1 рубль за квадратный метр. И только с тех домов, где был произведен капитальный ремонт за счет государства. Если жильцы этого дома довольны этим капитальным ремонтом за счет бюджета, подписали акты выполненных работ, вот с этого момента с них можно взимать деньги. Сегодня получается, что со всех граждан взимают плату за капитальный ремонт. Причем по всей Российской Федерации эта плата разная. В городе Москве, допустим, это 2 рубля с квадратного метра. В Рязанской области это дороже, в гораздо дороже, чем в Москве. Также мы предлагаем установить законом Российской Федерации тарифы на электроэнергию, на газ, водоотведению. ЛДПР в Рязанской области будет стоять на страже того, чтобы Рязанский водоканал ни в коем случае не переходил в частные руки. Мы тогда не сможем регулировать и контролировать тарифы на услуги ЖКХ, в том числе на водоотведение. Что касаемо защиты материнства и детства, мы уже давно предлагали, и я вносил, будучи депутатом Рязанской областной думы, данную законодательную инициативу, мы снова будем ее поднимать, и на федеральном уровне мы ее вносим, о выделении безвозмездных субсидий на приобретение жилья для многодетных семей от 5 и более детей. Семья, проживающая на территории субъекта Российской Федерации 10 и более лет, имеет право при наличии у них 5 детей получить компенсацию, субсидию безвозмездную на строительство или приобретение жилья. Но в Рязанской области есть сегодня проблема, у нас существует закон, у нас не все многодетные семьи, согласно областного закона, могут получить земельные участки. Мы тоже будем это контролировать. Ну и, естественно, мы будем контролировать такие случаи, как провал асфальта на площади Победы, потому что сегодня дороги должны строиться в Рязанской области качественно. Денежные средства выделяются значительные. Нам нужно проконтролировать качество использования денежных средств. Когда проводятся ремонты дорог, когда проводятся ремонты объектов социальной сферы, здравоохранения, образования, то есть бюджетные учреждения, здесь нужно взять под жесткий контроль денежные затраты нашего бюджета. У нас не такой великий бюджет, у нас не самая богатая область, поэтому мы каждую копейку должны контролировать. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы на общественных началах депутаты и Рязанской городской думы, и Рязанской областной думы были включены в состав приемных комиссий, когда бюджетные деньги тратятся, и когда принимаются работы, согласно закону, к сожалению, этой нормы нет, но можно на общественных началах привлекать к этому депутатов, чтобы депутаты присутствовали при приеме выполненных работ. Есть лаборатории, в которые можно сдавать асфальт, и фирма, которая не выполняет требования ГОСТа, она должна привлекаться к ответственности. Мы должны контролировать этот вопрос, и подряды на строительство дорог должны получать фирмы, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Вот все вопросы, которые вы сейчас озвучили, по большому счету, они очевидны. Абсолютно можно согласиться с каждым вашим заявлением, что да, должно быть здравоохранение, да, мы должны ездить по хорошей ровной дороге, к нам должны относиться по-человечески во всех сферах деятельности. Но, к сожалению, на поверку происходит немножко иначе. Как вы считаете, вот самые реальные шаги, которые сейчас можно предпринять, а может быть, они уже предприняты, чтобы хотя бы один из этих пунктов немножко подвинуть вперед? Ну, самые реальные шаги, это, конечно, шаг, это должны сделать жители Рязанской области и избиратели. Они должны четко понимать, что депутаты, которые имеют большинство и которые представляют ту же самую партию, что и чиновники исполнительной власти, они зачастую комплексуют напрягать своих соратников, писать на них депутатские запросы, в том числе и в прокуратуру. Поэтому надо побольше, чтобы было представителей партии ЛДПР, побольше было их и как депутатов в Рязанской городской думе, областной думы, в органах сельских поселений, местного самоуправления. И чем больше депутатов от ЛДПР, тем больше возможностей жителей Рязанской области на власть влиять. Поэтому мы ждем от всех обращений, если существуют где-то факты, когда с людей берут деньги за лечение, когда люди видят, что некачественно строится дорога, внутридворовая территория асфальтируется с нарушением технологии. Но очевидно, когда кладут асфальт на траву, очевидно, когда кладут асфальт в яму с водой, в луже, то люди, даже не являясь специалистами, это видят, они должны обращаться к нам, в штаб ЛДПР по адресу улица Вокзальная, дом 11. И шаги у нас на сегодняшний момент есть в арсенале. Впервые в Рязанской области от ЛДПР появился в моем лице депутат Государственной Думы, фракции ЛДПР. Я очень благодарен своим коллегам, которые мне доверили. И я могу подключать своих коллег, и мы можем
вносить определенные вопросы и на уровне федерального законодательного органа, как это было сделано и по водоканалу, когда я вынес этот вопрос и хотел сделать протокольное поручение от Государственной Думы, но произошли события в Рязанской области, когда губернатор поручил отложить этот вопрос. Но я считаю, немаловажную роль и мы в этом сыграли. Поэтому активность граждан, которые обращаются к ЛДПР, активность граждан, которые выбирают депутатов от ЛДПР, вот на сегодняшний момент самая главная задача, которая стоит перед обществом, сформировать ту власть, которая будет жестко контролировать бюджетные денежные средства. А для этого нужно, чтобы был не перекос издержек, система издержек противовесов. Нельзя, чтобы у одной политической партии везде было колоссальное подавляющее большинство. Тогда нет возможности контролировать. Безнаказанность происходит. Рука руку моет, как говорится. Ворон ворону глаз не выклюет. Поэтому для того и щука, что в пруду, чтобы карась не дремал. Поэтому нужно побольше, чтобы было депутатов от ЛДПР. Не могу не задать обычный человеческий вопрос. Как вы относитесь к критике, особенно если она несправедлива, и особенно если блогеры подписывают иногда не самые лестные замечания? Ну, я как любой нормальный живой человек, на это реагирую болезненно, но со временем я понимаю, что это издержки профессии, публичные люди берут на себя ответственность за сказанные слова, за совершенные действия. Не всегда действия публичного человека воспринимаются на 100% блогерами или общественностью, потому что не всегда люди могут понять, что хотел сделать депутат, что он это имел в виду. И для меня абсолютно очевидно, что приближение любой серьезной избирательной кампании – это заработок для нерадивых журналистов, для нерадивых блогеров, потому что с конкурентами обычно борются не напрямую нерадивые конкуренты, а через посредников, журналистов, блогеров. Когда появляются какие-то оскорбительные статьи в интернете или в блогах, я понимаю, что люди не могут заработать себе на жизнь каким-то другим способом. Вот они вынуждены, как Иуда, за 30 серебряников, обливая грязью представителей тех или иных политических партий. Ну, бог им судья, это на их совести. Но благо дело, что в Рязанской области, в городе Рязани, в нашем небольшом городе, все друг друга знают, и все журналисты, являясь профессиональным сообществом, могут адекватно оценивать высказывание того или иного журналиста, да, который в своей отрасли, может быть, где-то не преуспел. Поэтому, и хороший журналист должен помнить, любая реклама, она все-таки реклама, даже негативная. Но я хочу сказать, что партия ЛДПР и я лично, мы ни в коем случае не наплевательски относимся к критике. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы исключить критику. Мы ее исключаем тем, что пытаемся прислушаться. Если есть критика объективная, мы стараемся сделать таким образом, чтобы люди видели в нас двухстороннюю связь, что мы не только выступаем на телевидении или в кабинете, принимаем людей, мы читаем эту информацию, как говорится, мотаем ее на ус, принимаем определенные решения для того, чтобы устранить те замечания, которые существуют на деле. Поэтому мы всегда благодарны за советы, за критику, и мы всегда открыты к диалогу. И еще раз повторяюсь, можно и письмо написать к нам. И я хотел бы сказать, что люди в первую очередь должны заняться тем, что приносить пользу обществу. Если у каких-либо журналистов или блогеров есть реальные факты нарушения законодательства, есть реальные факты, что где-то нерадивые чиновники наплевательски относятся к выполнению своих обязанностей, пусть они лучше об этом нам напишут, укажут конкретные факты, случаи, и мы обязательно приложим усилия для того, чтобы помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, или разобрать ту или иную проблему, которая существует в каком-либо либо в муниципальном образовании. Поэтому мы благодарны людям за конструктивную, плодотворную критику. Ну, а грязь никто никогда не хотел, не любил, поэтому это всегда бумерангом будет возвращаться к тем, кто несправедливо занимается какой-либо черной пиар-деятельностью. Спасибо вам за эту встречу. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами и до новой встречи в эфире.